30 сентября в городе будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам. Связано это с праздничными мероприятиями, посвященными 80-летию со дня образования УМВД Орловской области. 30 сентября до 15:00 на улице Салтыкова-Щедрина от дома номер 31 до улицы Красноармейская. На площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора. На площадке между домом номер 28 по улице Максима Горького и до площади Ленина. С 11:30 до 15:00 по улице Салтыкова-Щедрина от улицы Полесская до улицы Красноармейская. Улица Максима Горького от улицы Брестская до улицы Красноармейской. Пионерская от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького. Улица Гуртьева от улицы Октябрьской до улицы Максима Горького, а также по улице Пролетарская гора.